Здравствуйте и добро пожаловать в Новосибирск. Через несколько минут в Ледовом дворце спорта «Сибирь» начнется вторая игра в этом сезоне между Сибирью и хельсинским «Йокеритом». Максим Игнатович 43-й и Владислав Наумов 93-й – это четвертая пара. И в третьей паре заявлены Роман Савченко под четвертым номером и Дмитрий Лукин под 46-м. А счет в матче открывается. Алекс Грант продлевает свою результативную серию до 4 матчей. Еще раз посмотрим. Весолайнен разворачивается, делает передачу. Все-таки рикошет, судя по всему, случился на пятаке. Давайте вот с этого ракурса. Но тут два варианта. Либо Алекс Грант, либо Хенри Икконен. Мозес. По борту отправил шайбу на синюю линию. Бросок. И вновь Дэнни Тейлор. Ловушка играет здорово. Главная мощь, огневая мощь, скажем так, Йокерита, это защитник Алекс Грант. Не знаю, ну посмотрим. Норман выигрывает единоборство. Бросок Алекса Гранта не получается. И шайба вновь в ловушке у вратаря Сибири. Раз за разом Дэнни Тейлор дает шанс своим партнерам. Виктор Комаров. Бросок, подставление, 1-1. Сибирь сравнивает счет в этом матче. И кто? Максим Казаков. Все оборонялось, смогла таки сравнять счет. Вот здесь Комаров делает диагональную передачу на Шейна Принца. Принц в касание отправляет шайбу в сторону пятака. Ну и там уже никем не прикрытый Максим Казаков. Ушел от сами лебедя. Виктор Лев перехватить передачу Принца не смог. От борта Дэнни Тейлор вступает в игру впервые в третьем периоде. Климонтов. Передача на выход из зоны. Не точно. Какой момент? И 2-1. Вот так вот Джефф Плэд во второй раз выводит Йокерит вперед в этой встрече. Здесь сразу же разворачивают атаку кисты Йокерита. Передача от Брайана Унила. Да, Брайан Унил делает передачу. И Джефф Плэд броском в касание забрасывает свою 10-ю шайбу. У него 5 бросков в створ ворот. У Сибири 5 бросками никто не может похвастаться. И 2-2. Зато Сибирь может похвастаться тем, что есть у Сибири Александр Логинов. Да, здесь помог рикошет от ноги Томми Мяки. Но кого это волнует? 2-2. Александр Логинов забрасывает свой 7-й гол в этом сезоне и набирает 16-е очко. И Сибирь во второй раз в этой встрече сравнивает счет. Передача на синюю линию. Еспер Йенсен. Йонсу. На пятак приезжает Брайан Унил. И какой момент! Успевает Дэнни Тейлор переместиться к дальней штанге. Брайан Унил на пятак. И 3-2! Есть Йонсу. Давайте посмотрим, как это было. Брайан Унил незадолго до заброшенной шайбы сам упускает возможность вывести Йокерит в третий раз в этой игре вперед. Но подбор остается за американцем. Брайан Унил делает передачу. Причем со второй попытки делает передачу на пятак. И оттуда Еси Йонсу в касание переправляет шайбу у ворота Дэнни Тейлора. Переломить ход третьего периода и сравнять счет. Посмотрим, как будет в этот раз. Пока не очень удачно. Но вот, может быть, сейчас удастся. Брюле к воротам подъехал. И 3-3. Да, Сибирь в третий раз сравнивает счет в этом матче. Вот здесь Брюле обкатывает Лауритсена. Попадает в штангу. И там, по-моему, Шейн Принц. Вот с этого повтора будет все прекрасно видно. Три-три.
Давайте дождемся. И вот здесь сразу получается выход один на один. Сами Лепестё уже на 16-й секунде приносит Йокериту победу и 2 очка в турнирной таблице. Давайте посмотрим. Вот здесь подбивает клюшку Сами Лепестё Александра Логинова. Объезжает Дэнни Тейлора, который попытался выбить шайбу. И забрасывает Сами Лепестё свою 6-ю шайбу в этом сезоне и набирает 30-е очко.